Поступок сильного человека. Одним из самых сильных людей Грузии по праву считается Гиви Кардозия. Красавец-богатырь, великолепный спортсмен, чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе 1956 года. Однажды в квартиру Гиви в Тбилиси залез вор. Сделав свое дело, он сбежал, однако был задержан милицией, так как оказался совершенно неопытен в своем ремесле. Кардозия пригласили в отделение милиции для того, чтобы он мог опознать украденные у него вещи и подписать необходимые документы. И вот Гиви Александрович явился в отделение. Для того, чтобы представить себе образ Кардозия, приведу цитату из заметки в журнале «Огонек» об этом спортсмене. «Удивительный борец. Средний вес Гиви Кардозия. Он движется по ковру лениво, порой оглянется, иногда стоя в партере, поворачивается, чтобы посмотреть, как идет интересная схватка на соседнем ковре. И вдруг Кардозия бросает противника на лопатки». Это сочетание спокойствия и стремительности, это такие медведь и барс в одном могучем теле. Воришка сидел ни жив, ни мертв, а когда увидел Гиви Александровича, зарыдал в голос. Он не знал, в чью именно квартиру он проник. Это был совсем юный парень. Кардозия задал ему вопрос. «Зачем воровать?» Юноша ответил ему, что совершенно беден и не имеет возможности прокормиться. Рассказал о том, что его мать больна и находится сейчас в больнице, и что он один. Навели справки. Это оказалось правдой. Парень был совсем из бедной семьи, и мать действительно в этот момент находилась в больнице. И вот, легенда Грузии, легенда Советского Союза, мировая звезда спорта, забрал юношу из милиции. Поехал с ним к матери в больницу, подарил ей цветы, принес фрукты, помог деньгами, а потом устроил парня на работу. К слову, Гиви Александрович не сказал матери о том, при каких обстоятельствах он познакомился с ее сыном, чтобы она не переживала и поправлялась. Да, на такой поступок способен только очень сильный человек. Когда будете идти по улице Гиви Кардозия в Тбилиси в районе Сабуртала, расскажите эту историю своим детям. Куда пойти с детьми в Тбилиси, Грузия? Подпишитесь.